Ну чё, я думаю, пошли. Такого. Давай шкаф, суманём челика, когда пойдём трэшнить. Кого 11 лиц? У тебя. Так, блядь, это какой, Сургер? Да. Я в трэш, блядь, фул играл. Зачем? Просто ты? Проблема в том, типа, трэш не умирает сразу, у нас он разбегается. Почему? У вас совы не умеют давать старфол, блядь? Были бы совы, то бы их много было. Я хуй знает, у нас после того, как въебали по сотке ГП всем, трэш стал умирать очень быстро. О, нихуя, столько надо заюзать. Чё, пошли, блядь, с Вальки начнем. Так она убита. Не, вот она на мосте. Стан ей готовьте, вторую сразу загрю. Чё, у вас фуловка, да? Чё-чё? Рейд фул, говорит. Вас остались. Сейчас, секунду, я посмотрю, у меня есть КД или нету. Блять, у меня КД нахуй. Сука. А я случайно не с вами его вешал? Пойди посмотри. Вряд ли. А я сейчас посмотрю. Квест. Что тебе угодно? Ты не сдал, что ли? Ну, думаю, Марус может больше дать, если не кливый трэш, в принципе. Да, будет хорошо. Не, у меня не ваш КД. Блять, я не поносил. Пошла с Алин не зайдет? Да. Так, целка на Свингера. Все нравится. Ну ладно, ребят, давайте. Удачно вам убить. Не буду мешать. Давай, спасибо.
Здравствуйте всем. Здравствуйте. Так, 350. Чё, Слава, себя заранее отнимаешь? Да не, я ходил друидом. А. Чё там, два слота найдётся? Чё ты, Хэлла, будешь играть? Чё, ваших нету, что ли? Да нет, тут нихуя нету. Два слота не хватает. Мастер чилит. Не знаю, не отвечает. Я вижу, я ненадолго. Максимум на часа полтора. А, ну этого может хватить, лану щелкнуть. Там пушистый будет, но через 10. Так, ну я думаю, квест тогда забьем. Потому что не знаю, ждать неохота. Или можешь пойти на Синдру портал открыть. Пошли тогда. Пошли портал откроем на Синдру. Драконов там убьем, чтобы потом не заниматься этим. Да, Норти писал, подойдет. Ну вот, пока будете портал открывать, и как раз фул рейд будет. Так, ну хукмастер, ну залутал, ну долутаешь, чтобы фул было. Сколько это получается? Если ты за 3 там и за 7 тут, то еще 100 ИП залутаешь тогда. Ну хукмастер и один слот какой-то есть. Но все равно пошли черканем этих, портал откроем. Квартируемся потом, да пойдем на совет. Не хочу Синдру начинать. Хотя, в принципе, так-то поебать. Можно себе начать. Я бы РШМчика, конечно, не знаю, это минус РДД. Да РДД тут, кстати, хоть жопой жжу. Чё, Халукет вообще мощный стал, да, в Т5? Чё у тебя там? А где у тебя? Ты не одел, что ли? Или хуже? Переделать что-то надо. Но в двух кусках вроде какой-то там может маг. А вот насколько он хорошо может, я не знаю. В принципе. Нормально может. Только там, блядь, чуть-чуть надо по другу сделать, как могу. Доделает. Так. Пошли, короче, там пока они бежать будут, хули полгода мы заходим в центр. Бьем пачку больших. Чистанем сейчас на Синдре драконов, там проще будет потом. Что, может мне на Синдру в холика переспекать? Да, да. Тогда лучше за ручок ДЦ. Привет всем. Сейчас пока портал откроем. Пойдем совет Лану и пойдем. И потом пойдем. Я вообще с профа хочу начать, но хочу Синдру начать. Поважнее проф. У меня там идея фикс, нахуй, там же колба есть. Я могу на пало зайти, да утонуть. Прикинь, утону, нахуй. Вообще охуею. Вообще этот, еще мелких, по-моему, пачка. Блять.
Тут я на Синдру, я бы вот честно спекнул бы Мерлису. Хотя там с маной-то проблем не должно быть. Я бы сам тогда спекнулся. Шестого хила. И у нас по хилам вообще нормально. Я думаю, там все заебись с хилами будет. Танки тоже. Ну, только что... А, ну фокмастер есть. Ну, только Марука тогда куда-то деть надо. В черепок перебегите. Сейчас будет 6 мобов. В центр их сводим. Милики туда не подбегают. РДД завешит. Так, подождите, чтобы танки агро набрали. Не, ну, что вы, к танкам вести надо, не надо к нам вести. Мозг включайте. Чего вешаем? Возвращаемся в центр. Там уже добиваемся. Не, ну рейд вообще все нормально играют, как бы шансы вообще хорошие все сделать. Просто четко себя понимать. Все. Время у нас 2.5 часа. Сегодня что, понедельник, да? Вот, завтра у нас... Я могу даже на час больше задержаться. Только приходите, и все. Завтра мы... Если мы что сегодня не сделаем... Ну, вообще, я рассчитываю самый лучший вариант, чтобы мы хотя бы... Ну, Лану, Профа ебанули. Вот. Типа, если Синдру сегодня не осилим, если там, ну, супер трудно это окажется для людей. Ока. Ну, там с Ока, блядь... Можно все это потыкать. Только приходите, я говорю, завтра 4 часа посидим. Если, конечно, люди смогут посидеть. Я смогу. Мне кажется же, Синдра проще даже, чем про Гери. Ну, для меня проще. Для меня все проще. Самое сложное для меня здесь на этом серве, это контент Ока ЗС Гер. Потяжелее идет. Ну, хотя, я не знаю, может быть, что-то поменяли с X2. Я имею в виду Алара. Алар Гер это пиздец. Да и вообще там Вока Гер такая, либо Турия. А это, ну и Джайна. Ну а так, типа вот когда приходишь туда, затравишь ее, понимаешь уже что к чему. Там по сути тоже манекен. Только надо четко внимательно следить, что к чему. И тогда все. Так, а куда вы в итоге пошли-то? Ну, целка. Нет, я имею в виду на босс на какого. Мы на Синдру драконов почистим и пойдем совет Илан убить. Ну, чтобы портал открыть, чтобы мы потом это не чистили. Сейчас решетка у нас откроется после этих мелких драконов ебанем и пойдем. Не хочу сейчас Синдру начинать. Немножко надо размяться. Че там, 25-й слот кто-то зайдет, нет? И ресайтесь там. Дракончиков собираем. Я вот не знаю, как вар Синдру затанчит. У тебя там фрушмут есть, нет? Неа. Ну, ты видишь. Я спекнусь в ДД, если что. Ну, как бы там... Ну, на 12, Синдру, наверное, да. На Синдру надо будет в ДД. Че, давайте, готовьте гнев небес. Лок 5 минут. Нормально как раз трэшить галюку. Гнев небес, войска. Гнев небес, войска. Есть? Нету? Ой-ой-ой. Да, еще порталы не открыты, они же после драконов только открываются. Ладно, побегаем. Не заходи. Придется бежать. Открытые порталы уже открытые. Открытые? Они после дракончиков открываются? После пауков. Как комнату открываешь, и комната открывается, и портал открывается. Заебись.
Я уже тут, давайте бить мобов, чё. Бабой красава. Кого эта хуйня напрокла? Какой-то странный агро. Может, на меня напуливал? На пул. Давайте на пул сову, блядь. Чё, слабый, что ли? Сейчас напулим. Я вообще предлагаю сделать рейд из 19 рока воида. Давай. Можно ИБС закрыть на фул. Ты все триксы войда по очереди. Да, будет топ ДПС. Да, но ты еще не заслушал план, типа, еще три холи пала, чтобы они типа сальву кидали в танк нахуй. Танка, блядь. Да? Ну а на меня тогда каплю, блядь. По очереди. 6 хулипала, чтоб капли по очереди кидали. Можно танчиться в этой, да? Так, ну я похилю себя, вы как хотите. Отходите вот сюда к звезде. Так, надо тотемы убрать. Ну, можно и не убирать, в принципе. Нападем. Что там заходит тело, не? Че, может, трай дадим, хуй знает. Как думаете? Давай и пойдем по разочку. Давай и пойдем. Не, первый раз сейчас. Навекую, блядь. Ну, просто надо подумать хорошенько себя, спекать в ордру, нахуй. Да, по сути, на подсосе быть. Че мне холика переспехиваться, потому что ДЦ, блять, это руфл. Да, да. Да, холика. Она пусть в ДЦ будет. Давай, что там, где тело есть какое на синдром? Лок пишет, идет. А, ты в танке. Слав. Да. Слав. А я не пойму, зачем мне в ДЦ? Ну, чтобы он холика спекнулся. Ну. Чтобы один холик, один ДЦ был. Ну как хотите, поменяйтесь обратно, я не знаю. Как он в ДЦ, у него 2Т5. Смысл ему спекаться в холик сейчас? Потому что ДЦ здесь, это кусок говна на боте. Если что, рассказываю. А я в 2Т5 могу колодец миликом под танком поставить, чтобы в крайнем случае был колодец у них под минус 2% урона. Тут в плане хилов босс такой, блять, он будет вешать освобожденку очень часто. Хотя у РДДшников очень много хилы, я думаю, посвободнее вздохнут. Ну, вообще, не знаю. Можно хоть в два холика вам быть. Вполне. Без ДСшника здесь обойдется. ДС здесь беспонтовый хил. Так, сейчас раскидаем. Допустим. Проще в два холика идти. В принципе, нормально так, этого сюда. Так. Короче, Дед Мороз. Кушаем. Дед Мороз ход мастером, и танчите. Так, спекну сейчас. Так, ну что, тактику на босса рассказывать. Критический мех. Есть. Давай обмен.
хилы. Короче, все вообще по возможности пейте сопрот, там маги, ДТПС, потому что хватит тут. Пейте сопрот, танки сопроты. Вот, танчит, пусть начинает Дед Мороз, вот мастер уже в конце будет. И надо, чтобы какой-то с Холи Палов заряжал по действующему танку Фридом. Фридом нужен только до второй фазы. Так, сейчас я там масло себе ебану. Так. Что еще надо? Рыба. Хаваем. Там стоит рыба. Ну ладно. Ага, ладно. Так, ну и сопрот ебану, чтобы нормально было. Хаваем. В общем, тактика. В трех словах, чтобы вы понимали. За что ГП и что нельзя тут делать. Вот. Ну, начнем пока без ГП. Вот. Значит, отличается от обычки чем? На взлетке 6 глыб кидается на людей. Касательно меток. Вот вам сделаю уточнение. Метка звезда и кружок. Вот. А касательно звезды такое вот уточнение. Вот. В звезду, когда метку челики несете, да, вот синдра взлетела, 6 челиков кинула метку, синяя метка над головой такая, вы уносите метки. Метку одну в кружок ставите, одну в ромбик. Вот звезду не ставите, потому что там позиция танка, ему там нужно ловить босса, чтобы он, когда вы поставите в ромбик глыбу, он мог перед глыбой встать и босса словить. То есть вот там он прячется, там непосредственно глыба, за которой прячется танк. А остальные... Вот эти вот две глыбы, ромбик, кружок поставили, да? Остальные две глыбы, четыре глыбы ставятся, две слева, две справа. Чтобы вы понимали, как, да? Это рейндж примерно вот 12 метров. Вот одна, вот вторая. Все. Ставить я их не буду, чтобы вы не заебывали себя. Просто это, не забегай только туда, то босс запустится. Две слева, две справа. Вот. Две слева, две справа. Одна ромбик, одна кружок, две слева, две справа. Вот, это легко запомнить. Это первое. Второе, углы побольше хп, в отличие от таблички. Их надо бить. Вот. Но их нельзя разбить раньше. И третье, здесь бомбы, когда падают, да, с воздуха, синдра посылает, 4 бомбы. Вы их считаете, чтобы не проебаться, когда вам разбивать глыбы, когда стопнуть по ним. Вот. Вы прячетесь от них. Если вы от них не спрячетесь, в обычке она не убивает. Там 20 тысяч, 30 тысяч урона. Оно в щиток попадает. Ну, вас захиливают, вас спасают. То есть урон не смертельный, его можно выжить. Здесь урон будет смертельный. 100 тысяч там или 200 тысяч, никто не спасется. Ну, спасет только бабл там или глыба. Вот, поэтому прятаться за глыбами надо внимательно. Одновременно их надо бить. Одновременно их надо раньше не разбить. Потому что раньше разобьете, люди не успеют перебежать, сдохнут. Это самый основной момент. Это очень простая фаза взлетки. Вот, дальше. На боссе. Обморожение, милики, стакаем, смотрим за собой. Ну, роги, я думаю, знаете, да, что такое кош, как играть. Вары, соответственно. Ну, настакали 10 стаков, стопайте. И особое внимание обратите на притяжку. Перед притяжкой не настакивайте миллион стаков. Вы будете бежать, хилы будут бежать. Ну, эрдружники, конечно, смогут поднять, но тоже всему есть предел. То есть, они могут быть и под освобожденкой. То есть, поэтому надо смотреть, вот, насколько интенсивно по вам проходит, и уже от этого рассчитывать. Ну, самое такое минимальное, что если прям совсем боитесь, то 4 стака стопайте. Скинули, дальше бьете. Ну, а так, я думаю, ну, 7-8, это на первой фазе. На второй фазе 0, нахуй. Не стокайте, не стакайте вообще. Ну, единственное, что когда уже добиваем, там, 3-4 ляма на боссе, да, в метке в сторону, и добивать, тогда уже хоть миллион стакайте. Вот, по освобожденке. Освобожденка вешается на 6 человек, не на 6 или на 5, вот, кто с маной. Она вешается на 30 секунд. Вот. И каждый ваш каст, когда вот вы один раз кастанули, он вам через 5 секунд нанесет 2000 урона. И вот, допустим, 10 кастов, это уже 20 тысяч урона. Эту хуйню вы стакаете на себе. Вот вы это все должны отслеживать. Если в освобожденке, допустим, у нас 6 хилов сейчас, если в освобожденке они могут быть все 6 там, вот, то, ну, соответственно, хилить как? Ротация на эрдрушника. Я думаю, знаете, да? Дал буйный рост, стоишь, стак скидываешь. Потом стак скинулся, дал буйный рост, стоишь, скинул. Ну, присты то же самое примерно. Допустим, что можно сделать? Можно два стака ебануть, например, холи присту как? Молитву исцеления начинаешь кастовать, и в конце круг исцеления дал два стака. Все, стоишь, скидываешь, они скинулись, и опять эту ротацию повторяешь. То есть по минимуму. Ну, холи палом потруднее. Либо баблом скидывать, если у вас танка надо захилить. Либо если танк фуловый, нормально живет на ходках на каких-то, или какой-то там один хил не это самое, то переждайте. Ну, тоже так же, один свет небес дали на дыхание, самый основной касс, где танки могут падать.
после дыхания. Залили свет небес, все, блядь. Ну, в принципе, это вы хилы, все, понимаете. РДДшники самое особое внимание для вас. Вот, не хлопать эту ебаную освобожденку. ШПшники, если будете выбегать, вот примерно тут, блядь. Примерно вот тут лицо босса, да? Вот. Конус у босса 120 градусов дыхания. Вот он в треугольник лицом смотрит, да? Вот здесь будете выносить. Здесь вас дыхание убьет в луне. Вот. Вот здесь не убьет, но здесь стоит рейд. Вот. Выносить можно в стороне хвоста. Вот примерно сюда. Крест. Вот, что там еще? Блять. Вот, если вы будете выносить, обращайте внимание на притяжку. ШПшника касается. Лучше вообще нахуй не рискуйте. Получили освобожденку, стоите. Вот. На второй фазе тем более. На второй фазе все глыбы будут ставиться в звезду. В сторону, только когда босса добивать мы. Все будут ставиться в звезду. Ждем притяжку, скидываем. И после притяжки все равно все ставим в звезду. За каждой глыбы скидываем. Если вы будете у себя в голове какую-то тактику там зерга придумать, если куда-то будете спешить, пытаться зергануть босса, вы будете пайпаться на нем до второго пришествия. Тактика такая на босса. Стоит глыба в звезде, первое. Вы за ней сначала скинули с себя таинственную энергию, сначала. Потом, вот на меня на звезду смотрите, вот на прямой линии, вот тут вот центр модельки босса, чуть дальше звезды. Вот вы скинули, вот сделали вот так шаг, кидаете дотки на босса. Кидается метка на человека, человек несет ее в звезду, вы встаете обратно на прямую линию, скинули сначала стаки, потом, блять, разбите там глыб, не разбили, бьете вы ее, не бьете, подбиваете дотку, повешали, все, дальше рейд все делает, вы дальше дамажите босса. Только по такой тактике вы убьете. Тактика пропускать глыбу не работает, потому что, ну, объясняю, блять, таинственная энергия — это дебаф, который увеличивает входящий магический урон. Элементарно, ледяной этот, кто он, блять, ледяная аура на синдре работает, 4500 урона, в Герина, по-моему, больше, что ли, 6000 бьет, ну там под сопротом режется немножко, ну в общем, 4500 урона, как пример возьмем, каждые 3 секунды, вот, возьмем 5 стаков таинственной энергии, это каждый стак увеличивает урон входящий от магии на 20%. Вот мы получаем просто 100%. То есть вместо 4500 каждые 3 секунды будет тикать по 9000. Этот дамаг очень большой. Вот. Если какие-то хилы будут под освобожденкой, они, пытаясь захилить рейд, будут ловить стаки, будут хлопать по рейду дополнительным дамагом. И, во-первых, и сами будут вздыхать, еще и рейд будет хлопаться. Короче, дохуя проблем. Я вам объяснил тактику, по которой можно убить. Только по этой тактике. Вот. Ждем. Босс, спешить никуда не надо. Все четко делать. Вот вам говорят звезду. Значит, звезду ни право, ни лево. На лестницу сюда бежать не надо ни с какой хуетой. Или 2 стака. Ну хуй с ним, у вас там рука дрогнула. Все, стойте в кружке. Эту хуйню захилят. Только стойте и скидывайте за каждой глыбой. Хоть одну пропустите, будет проблема. Привожу пример. Глыба, когда летит в человека, она наносит 15000 урона. Если вы такой крутой, нахуй, стоите такой, ну, какой-нибудь лок там, или маг, например, и думаете, блядь, да я вообще сейчас нахуй задамажу, блядь. Там 20 лямов на боссе, я, блядь, задамажу, нахуй. И постою. Глыба стоит, ее разбили, у вас стаки не скинулись, третий, четвертый стак повесился, и на вас кидается глыба, блядь. Что же с вами будет? Ну, вы несете звезду, как красавчик, блядь. И вместо 15000 урона получаете 30. Ваншот. То есть вас там не захилили, хил под освобожденкой. Ну, да хуя такой хуйня видел. Вот, и вы просто получите ваншот. Как следствие, рейд не скинет весь стаги. И как следствие, рейд в ближайшие 15 секунд сдохнет. 15-20 секунд там никак не спасти. Ну, только куча гимнов, сейвов. Вот, и если следующую глыбу не уронит, точно. Вот. Ну, там можно, в принципе, но это очень трудно. Вот. Слушай, а вот глыба, да, если она ваншотит, то есть она стоять не будет? Ну, конечно, если она, а если она убьет человека, она не будет сама стоять, то есть сама глыба не появится. Вот. Поэтому рейд умрет. Касательно танков. У вас тактика простая, вот Дед Мороз. Значит, ты танчишь МТ-шишь, пока босс первой фазы. На второй фазе кукмастер, он знает. Значит, тактика, не считаете вы ничего ни на себе, ни на своем товарище танке, кто с вами танчит. У вас тактика такая. У тебя подъешел, подъебало, танк поменял, ты пошел, за глыбу скинул, сразу пошел его менять. Не ждешь ничего, никак. Вообще, ни зачем не ждешь. Вот. Теперь милики. Значит,
самое главное от вас. Если вы глаза разуете, вот везде, когда туда несет метка, метка будет кидаться каждые 15 секунд. Туда человек несет метку, вы оттуда отходите примерно до кружка. Вот. Ну или можете, ну лучше до кружка, чтобы это скидывать эту энергию себя тоже. Вот ваша тактика. Вы отбежали в кружок, поставилась глыба. Подбежали к глыбе, дали пару тычек, увидели, что таинственная энергия с вас скинулась, как и следствие освобожденка об глыбу, обморожение об глыбу не стакается. Немножко от глыбы вот так вот сбоку, вот сейчас покажу меточками, чтобы вы понимали. Вот примерно вот так вот сбоку глыбы встали в треугольничек и бьете босса в локоть. Вот. Все, дальше следующая глыба несется в звезду, эту разбили уже вы АУЕшкой побочной и вы обратно вернулись в кружок. Все, и вы не заморозите. Если вы будете лишние глыбы замораживать, мы будем тратить ДПС не на то, чтобы босса убить, а то, чтобы освободить людей из глыб. В общем, здесь тоже должно быть понятно. Нихуя сложного нет. И что с пушистым? Он зайдет вообще или что это? Рофл какой-то? Привет, свет выключил. У него свет. Ночью. А и... что у нас без ГП, блядь? У тебя там уже шальная тетя же есть. Она в взлетке, нахуй. Че на взлетке? Да там... Там челик с работы пришел, блядь. Этот. Что там, есть какое-то тело, нет? Да и похуй вообще, поебать, так потравим. Короче, давайте проверка. Я буду ждать, блядь. Так чего он как бы в гильдии шальной тети, блядь, сидит? Это ты Дед Морозу пиши. Ты ему напиши, я ему говорил, что он танчит. Профа убили? Вау. Не трогай так. Ты написал там? Ну, короче, похуй мне, кто МТ, блядь, давайте, блядь. Танк начинает вот со звезды, вот отсюда. Неровно ставьте босса. Когда будете меняться, не тягайте босса, чтобы он не сдвигался с места. Встаем поближе к локтю босса, чтобы оббегать. Скоро будет притяжка. О, нихуя. Танки куранули, да? Беги, малышка, беги! Вот сколько, что у тебя за проблема? И у танка еще проблема есть. Ладно. Я даже не знаю, тройнуть, не тройнуть. Давайте ставьте глыбы. Получится у вас, нет? Интересно. Вдвоем не бегайте, двойной дамаг получите. Прячемся. Бьем глыбы. Не, не, вы не видите ничего. Падаем. Выходите из глыб. Это, и падайте. Блять, кринж. Не танчить, что ли? Кто тогда хилить будет? Миралиса? В принципе, можно. Короче, Дед Мороз, расскажи мне, Хукмастер, ну нахуя тебе это надо, блять? Я ему сказал танчить, вы какую-то залупу устроили, цирк ебаный. Нахуя тебе это надо, блять? Он, блять, таунт нажал, блять. Ну, кайф нахуй, я видел. Отойдите на ступеньки. Покидайте тело, заходите в инст. Не запустите босса еще раз. Покидайте тело, заходите в инст. Портал сразу на синдру здесь. Короче, этот самый. Миралиса, у этого. В хила спекайся. Хукмастер. В ДД, блять. Я пойду потанчу сам нахуй. Так, сейчас ты, Дед Мороз, посмотришь, как чё. Не знаю, зачем вы двигали босса, хуйней какой-то занимались. И фридом, кстати, мне не надо кидать. Ну, молодец. Зато хуета с боссом. Поебень какая-то. Привет тебе. Параша полная.
Слав, если я остаюсь в хиле, лучше к миликам меня закинь, чтобы, если что, транквилом смог поднять их. Да там скорее этих надо будет поднимать вон. Кастеров? Да. Тогда в группу побольше, где побольше людей. Так, сейчас кого-то с них закину. Вот давай вот так. А это вообще сюда, пусть эти сами там чилят. Ну, нормально. Он на арте пришел. О. Ну тогда Миралиса в этого, в Лема обратно. На этого закинем. Вот так. Миралиса в Лема, а это пускай. Че там в пачке хилов у вас нормальные расы, бафы. Вот так свищно. Давайте шкаф. Так, рыба была тут. Так, сапрод есть. За танка проще нахуй, за хилан сидеть, сейчас смотрите освобожденку ебаную, блять, хуй покомандуешь. Сам проебешься, блять. Давайте проверка. Вот сколько, еще расскажи мне, брателло, ты тут? Че у тебя там, ну, от притяжки не отбегает, с ком завис, там, че за хуйня? Расскажи ситуацию, чтобы было понятно. Не отбежал от притяжки, это вообще хуево, это нельзя так делать. Если ты лагаешься, лучше сучку оставляй. Марти готов, нет? Чему я тут? Да я серьгу заряжаю, это не самый быстрый процесс, братан. 5 FPS нахуй? У меня 2 FPS. Ебать, дай мне свой комп. Соревнуйтесь, у кого меньше. Дай мне свой комп, нахуй. Поехали, блин. Не, иду запускать там. Готовы, не знаю. Ну, пулы на медведя даем. Или как всегда, чтобы первые разы убить, надо танчить. Вот, приселилась, повернул, я решил. Фридом мне не надо, напоминаю, я могу форму менять, скидывать спокойно. Казик, блядь. Я себе. 3, 2, 1. Беги, малышка, беги! Момент истины, нахуй. Бами, Асалин, Нарту, нахуй. Как дела, нахуй? Давайте глыбы ставим. В ромбе кружок 2 лево, 2 право. Попробуем разрезать их. Так. Прячемся. Я, значит, буду резать на рту. И глыбы бить надо, так, напомню, чисто пацаны, блядь, на туре. Вы тут собрались, что? Сейчас пойдем на совет, нахуй, я ебал эту хуйню. Готовы совсем морально к этой хуйне. Значит, это третья глыба. Сейчас последняя будет падать. Смотрим, где. Вот она ровно. На рту я тебя резаю, блядь. Вставай. На рту резай бами. И Равистрис и Асалина. Три бича сдохли на притяжке, блин. Пробуем. Каску лап приставав, обновляем попавший. Кулак. Бами, дай сальву по казику. Притяжка, готовимся. Бами, нахуй, нихуя. Ответный удар. Да чего ты сдох, нахуй? Где его тело? Диван ебанул, что ли? Как будто диван ебанул. Баран, блядь, ну пиздец. Думаешь? Ну, он диван был на казике, по-моему. Асалин, что за хуйня у тебя, пиздец?
Ну, надо это исправлять. Хули, какой смысл тогда? Какой смысл тогда, пацаны? Ну хули, ну я не знаю, надо что-то делать, уменьшайте графику, делайте какую-то хуйню с компом, блядь, решайте. Глыба, прячемся. Видите, где падает? Вот за крестиком. Опа, как дела, нахуй? Хуй видно, да? Хуёво видно вообще, да? Пиздец. Дело не в том, что хуёво видно, дело в том, что тупо не успели добежать. А нахуя бежать? Вы еще в Долоран в следующий раз побегите. Ну какая логика бежать далеко? Что, блять, ну, это помогает как-то? Никак не помогает. Неустойку скидывал. Рейндж. Падаем. Рейндж заморозки глыбы 12 метров. Падаем. Не, ну, я не знаю, дуплите комп свой, чтобы вы отбежали от притяжки и смотрите. Вот, ну, рейндж заморозки глыбы, если вторую глыбу замораживать боитесь, да? Рейндж заморозки 12 метров. Вот. Либо вы, ну, рейндж на глаз будете понимать. Ну, вот это вот убегание наверх туда, к стене льда, это хуета. Ну, ладно, на сегодня хватит. Пошли на совет. Мы хоть его убивали. Потанчу двоих. Заходим. И, ну, насчет Синдрия с Алин, там, кто вылетает. У кого FPS там 2, делайте хотя бы 5, ну ебать, под 5 FPS можно играть. Я под 2 играю. Как ты это делаешь? Не знаю, ну хуй знает, ну. Ой, я не знаю, как объяснить. Развернуться не могу. Не, ну когда... Он время замедляет, как в Матрице. Бывает, когда совсем не можешь, когда вот реально у тебя фризануло, и ты развисаешь уже мертвый. Это да, бывает такое. Я типа понимаю такие вещи. Ну типа, вообще, я не знаю, делайте что-то, ну я не знаю, блядь. Не знаю, как сказать. Потому что вроде Асалин вот ДПС дает, а все, пришел на Сидру, завис, и нихуя не дает. Умер нахуй. И решай эту проблему, потому что, ну... Так мы нахуй просто в обычке будем ходить, можно про это опять забыть. Два куска пофармим, а четвертый я хуй знает. Там на келе тоже не отбежишь. Там, блядь. Тут, короче, квест. У нас рейд фул. Можем сделать, если. Ну, совет легкий. Ладно, тоже легкая. Там, конечно, ПС хуёвый, но. Я думаю, я потанчу. Это только у тебя квест, потому что ты на другом у нас персе был. Когда мы в обычке делали. Да. Нет квеста. Есть квест. Ну, у кого, кто в обычке его сделал, того нет. Все, этот самый. Поехали, я пошел, блядь. Кильти хорошенько частицу дайте. Массовая Россия вниз, чуть цепочку снимаем. Мишка в цепочке стоит, ничего страшного. Как-нибудь в другой раз. Косты мобам сбивайте. Вот они кастуют всю эту залупу. И шары полностью прокастовывают, и цепочки, и паука превращения. Все это и предотвращать можно, и диспелить все это можно. Паладинов в рейде нету, пал занятый хилом, поэтому пофирять не смогут мобов. Расчехляйте либо корни, либо вихри, если лишние мобы используются. Но я иду на правую пачку, правая пачка это вот здесь. Ту пачку не спульте, отходим здесь к стеночке.
Я же говорил, не спульте, нахуй надо, да? Давайте спулим. Давайте массакру, дубовая откатится. Ничего, и никого нету, ничего, контроль. Вон корни расчехляйте. Минус медведь. Вы мне скажите, вот я максимально, вот это все, сука, я в жизни все люблю, но вот вайп на трэше нахуй. Я настолько не люблю, что я вспоминаю сразу все самые ебаные слова в мире, нахуй. Почему, сука, человеческий мозг такой обоссанный, блядь? Почему нельзя понять в своей жизни, что, сука, надо убить трэшик нормально, блядь, законтролить или сагрить пачку, не зайти туда, сука, блядь, своими ебаными петами и с прочей залупой? Почему, сука, нельзя сделать нормально? Что за ебаная хуйня, блядь, в голове у людей? Что это? Кто там? Все, сойдемся. Вы мне объясните, блядь, нахуя, какой пидор спулил это? Что у вас в голове было, блядь? Неужели нравится вот это говно слушать, да? Просто какой-то хуесос сидит в рейде, ему нравится слушать вот эту поебень, когда, ну, когда вот у меня понос вот этот открывается, блядь, словесный, похуесосить людей. Но это приятно вам, да? Вот кому-то приятно, а остальным 20 людям неприятно это слушать. Сука, уёбок нахуй. Кто это делает, блядь? Пидорас, сука. Увижу, я кикну нахуй. Еще приеду к тебе, сука, малиновую девятку изнутри покажу, блядь. Почему, блядь? Сейчас вы, сука, будете... Вот не знаю, нахуй. Будете стоять внизу, вот тут, нахуй, на ступеньках. Я приведу вам мобов, блядь. И присты сейчас будете контролить. Чё, заебись, послушали, блядь? Уёбки, блядь, кто пулит, нахуй, два пака, блядь. Вы если пулите, сука, вы хоть уверены должны быть, что вы их законтролите. Спуститесь, нахуй, вниз. Вот, в треугольник встаньте все. Со мной Шалина пошли. Я Матерасу. Значит, Шалина, кинешь оковы по лейтенанту, а Матерасу кинешь по крестику. Все, что побежит, я ставлю и приведу вниз. Кидайте. Угу. Бегите сами. Все. Стойте там наверху, шали на Матерасу, и на своих мобов обновите оковы. Когда этих двух убьем, кого-нибудь освободите. Все, кого-то видите там. Стоим еще. Угу. Ну, второго тоже веди там, Дед Мороз подхватит. И стойте все внизу тут, в ступеньках, блядь. Все, пока этого моба бьете, пошли Шалина на Матерасу. Значит, Шалина законтролишь квадрат, а Матерасу законтролишь. Я уже квадрат законтролил. Ну похуй, крест тут законтрольте. Спасибо. Все, это остальную парашу ловим. Один только пошел. Ну, советника запулил. Все правильно, зато вайпа не будет. Так приятно, смотри. Какое превосходство над мобами ощущается. Вот ебаными, блядь, над искусственным интеллектом. Я прям кайфую, блядь. Почему какие-то мобы должны нас разъебывать? Сами подумайте.
Потому что они сильные, нахуй. Да, нихуя себе. На арена турнаменте 5К рейтинга взяли, да? Все, заходим. Скажу, обидишься. Да они, блядь, да это... Они реально, они в Т6, нахуй, ты не видишь, что ли? В натуре, блядь. Я так и подумал. Командира, Тактика не надо, он сам гриппы, он всегда... Вот этот... Чарж свой делает. Я его отдельно просто привел. Все, в принципе, нихуя, мы справились. Может, ЕП дать за это, блядь? Я полезный. КПД это пошло. И на будущее, вот вы играете, да, за ШП, за сову, за ретрика. Вот этот контроль, это не то, что я должен у вас просить. Это то, что вы должны самостоятельно дать до того, как спулится 10 пачек. И тогда будет, ну, я буду радоваться тогда, хуй когда что скажу, блядь. А вот этот вайп... Ты у моих можешь спросить, а ты же был, блядь, когда я... Полтора месяца, блядь, рассказывал, какого моба здесь надо бить. И нахуй полтора месяца у меня ДДшники не могли запомнить, какого моба надо бить, блядь. Хаваем любом. Это был адский пиздец. Так, давайте, значит, касательно кинетики. Делаем так. Не буду назначать там самые слабые ДД. Вроде все красавчики, никого неохота, блядь, унижать. Кинетику играют все. Кинетика упадет. Можете смело считать, что вот все, кто РДД там есть, хуеплёты. Вот. Ну, имейте в виду, потому что кинетика, ну, ее надо бить. Она должна, ну, высоко быть. Их три шарика одновременно действуют. Один исчез, третий снова появился. Вот. Насчет кинетики, думаю, понятно. Теперь насчет боссов. Значит, вот есть Валанар, вот есть Талдаром, да? Вот этих двух петухов я держу. Дед Мороз держит вот этого петуха, Келеси там, в квадрат. Ну, ты знаешь, да, как держать? ВПшки дал и убежал в этот угол. Я хуй знает, в угол ты его будешь, или можешь по-другому как-то. Но я, по крайней мере, так танчу. Никогда проблем не было. Вот, ты прибежал, вот от него убежал, вот так вот в угол сам зашел, он за тебя вместо сюда пришел, в угол встал, все, ты берешь, агрона не набираешь, нормально. Вот. Насчет двоих. Два роги напуливать из пула. Этот черепок и крестик на Войда. Вот, теперь насчет способности босса. Ну, Келесит. Его танчит ДКшник. Что ДКшнику нужно делать? Набирать агро, пока Келесит не открылся. Как он открылся? Отвести сверки метров на 20. Метров на 20 это вот так вот. Это вот примерно вот так. Примерно вот в луну отошел, и со сверками тут стоишь. На рейнже гриппа, на рейнже таунта, ЛПшки, в сверки в новые. Что сверки дамажить нельзя, а уешить нельзя в них. Если появилась сверка возле босса, лучше стопните АОЕ, потому что, ну, если у ДКшника сорвутся сферы, они могут сорваться либо откидыванием кинетики, которая упадет, они сорвутся, и в ДК полетит 100 тысяч плюха. Вот если он не успеет ни зыбку дать, или панцирь, он умрет. Если он умрет, он пошотает весь рейд. Ну, если я не успею прибежать, стаунтить и забрать сферы одновременно. Вот, так что на это лучше не надеяться. Касательно миликов. Роги там с АУЕ, Энхи не подходят, то там ДК нахуй не подходит, вары. Если, ну, подходите, то точно бьете аккуратно, но бить надо, РДД. Тоже, если какая-то АУЕшное говно у вас вешается, дота там, тоже не бьете. Бьете, вот ШП, к примеру, у вас есть вот эта хуйня с ракета, не кидайте ее, блядь. Кидайте этот чуму, блядь, палец, боль, взрыв разума и пытку. Вот это говно кидаете, а ракету не кидаете в Келесита, потому что вы заберете сферы, сдохнет ДК и будет вайп. Вот, касательно Келесита понятно, думаю, сферы нельзя убивать, потому что каждый из них снижает дамаг атипы на 35% ДКшнику. Вот ему нужно минимум 3 сферы, ну по двумя еще можно жить. Вот. Этот самый Валанар, он кастует могущественный выхарь, блять. Могущественный выхарь — это такая хуйня, когда под каждым из 25 игроков, может по 20, создается выхарь, блять. Вот. И он 12 метров вокруг дамажит. Урон физический. 12 тысяч. 12 тысяч урона. Вот. Если вы, ну вот, допустим, я вот пришел в дерево, встал, да, вот, он режется броней, этот физурон. И мы получим уже не 12 тысяч, а 24 тысячи физурона. Он, конечно, режется броней, там поменьше немножко получите. Но если вы уже, сука, уже втроем вот так вот станете, вы все подохнете, блядь. Поэтому что нужно делать на могущественном выхре, блядь? Каст долгий. Вот. Нужно разбежаться, ставить рейндж. Нужно дать массейв. По массейвам, вот, пожалуйста, 2 хапала. Вихря дает он 2. Первый кризает, второй бами. Все запомнили, даете. Увидели, дали. Вот. Ну и Талдаром, там хуйня, там, короче, с него, когда он активируется, вылетает огонь,
шар, он идет, как правило, в РДД. То есть, если больше 8 человек в РДД есть, он идет случайного. Что нужно делать? Если вы стоите вот так вот отдельно, как я стою, да, и в меня вот летит шар, вот, допустим, с крестиком, мне нужно побежать там, где люди есть. Вот так вот побежать и через людей. Чем больше людей он огнем заденет, тем меньше он, когда до меня долетит, по мне хлопнет. Вот, соответственно, если вы окажете, если вы наоборот подбежите к нему в шар, то он хлопнет неразряженный шар много по вам, и вы сдохнете. Где там Миралиса заходит, нет? Вот. Все, короче, нет, спула не надо. Гер дается, если Валанар закрылся и открылся Талдаром вторым. А если Валанар закрылся и открылся Келесит вторым, то Геру смысла нет давать, потому что там, ну, полрейда его не бьет. Все, давайте проверка будем. Нахуя я вам это все рассказывал? Хоть вы говорите, что все знаете. Нихуя не знаю. Да я че. Вот-вот, ни хрена не знаю. Могучий выхарь. Дал крик, короче, на всякий случай. А, я забыл сказать, бегать тут надо поменьше. Стаки на вас обратите внимание, их надо скидывать. Если когда вы стоите, они не дамажат, конечно, но если нужно бегать, следите за тем, сколько на вас стаков накоплено. Келесит открылся, могучий вихрь дали. Келесит объем, РДД как объяснял. Так, сферку забирай новую. Если его не бить, мы в берсу упремся. Так что имейте в виду, волоебить некогда. И кинетики обращаем внимание. ДДшники, думаю, глаза у всех есть. Милики для вас поближе подвел. А, там вихрь, все, можете к Талдарам подбегать. Талдарам даем Геру. Верим. Так, воронка сейчас где-то, вон немножко оттянемся. Кинетика. И в босса мультидотами. Надо вместо нарти полноценного дамагера. Вот сколько, чё за дамаг? Чё за ДПС? Меньше меня дамажишь. Очень мало. Могучий вихрь. Без сокры было. Вы команду ждете? Кирзай с бами. ДБМ-то есть хоть? Не ждите команду, я же говорю, первый кирзай, второй бами. Вот сейчас первый был уже. Че вы? Баритесь. На половине каста сдавайте массы. А кто? Ой, бами, давай. Что, вдвоем дали? Я прожал. Сейчас вдвоем дали грибами, кирзать уже дает. Красавчики. Ладно, хуй с ним. Пойдет и так. Келесит объем. Так, вихрь, осторожно. Отвел. Талдаром открывается. Милики. Пьем.
кинетика новая. Не воятель надо, нахуй. Никому не надо воять. Хотя... Кинетика новая, смотрите. Где-то появилась. Так, сейчас ваннер будет. Так, ну у вас КД, сейчас я дам свой сейф. Двиги. Бежи. Отдал сейф. Меньше набираем. На второй вихрь не кризает, а только бамми. Лесовую лапку обновите. На ваннере. Нету лапки на ваннере. Давай, бамми. Лупил. Кинетика упала, поздравляю. Не двигаемся, посмотрите, что вас захилили. Потихоньку идем. Там еще кошем скините. Келесит объем. Ну что, трибал, блядь, ну что такое? И... Так. Или рис и трибал. Сейчас дойду до него. Так, вороночка. Секунду, так и скину. Равист покиризает иннер. Пока остальные потерпят. Талдаром объем. Кинетика над боссами. Не роняйте кинетику, очень печально, когда нападает. Новая кинетика, подбиваем. Бал, ну не бегай, ну встань, постой. Встань, покури. Тебя подойдут. Все. Братан, ну, братан, ну что такое? Пламя. Я же объяснял, с пламенем ты к людям бежишь, не от людей. Кто тут бежал? Красава. Ну и на вторую вами откатится через 10 секунд. Убьем. Три секунды келесит. Ну и 4 ляма добиваем. Всего этого не сверки, добиваем келесита. Добиваем. Мы добиваем фул ДПС. Все ебало в воятелях. Так, кольцо крит МП5 надо кому-то? Санина полная. Ну чё, вы аддону, кстати, не собираетесь ставить ПГП в мастер? Я ж просил. Хоть видно, что на вас один-то. А, сейчас выключаете. Танка. Плащ на танка. Дед, пошли в трэш, пока ролят. Надо кому или я заберу?
Там дед пишет, что ему он плащ бы взял. Ну, бери. У меня просто броня. Че, Дед Морозу, да? Ну, если он будет носить, а не как пояс тогда, что типа, пусть будет. Ну, это хуйня, не спал. Плечики, конечно, хорошие, но жаль, что они... Каков сет? Кнопка ебаная просто. Потеем в квест успеть. Жаль, что не успеем. 6 минут, да. Не, ну если в течение 6 минут пульнем, то успеем. Ну, и да, убьем с этот квест. Первого трая можно и было. А все почему? Потому что вернулись на мобах. На обычных мобах. Сейчас спекнуться мне? Да вот хуй знает. Ну, у меня урона поменьше, чем у Мороза. Да, да, ну да. Да, спекните. Какое КД? Ловим рыбу. Где там? Лови койл. Ремогается. Отходи сюда, чумаю, где? Реклы, блять. Реклама, нахуй. Репли снес. Если не ошибаюсь. Проебем квест, короче. Хотя у вас нету квеста, это я проебу квест.
кубочку. Я есть. Пацаны, тут есть квест. Где там чумовая? Ну, если за 3 минуты ебанем. Так, ну тут, короче, как? 6 хилов у нас. Ну, в принципе, убивали, что знаете, что делать. Самое главное на взлетке это женщина брать, не убить никого, ни с кем рядом не стоять, сейвиться. Так а хули как мы будем бить? Тут тебе это 5 лучше, этот ДЦшник. Не знаю, 2 конечно не очень, но хотя хуй знает, похуй так-то. Не знаю, сейчас посмотрим. Ну, вообще-то не похую. ДЦшник кидают, блядь, один и тот же добав друг на друга. Это то есть да. Ты если... Но ну, и как... в 2 раза сильнее, быстрее будут щитки лучше здесь, чем, конечно, без Т5. Так что он меняться на доспеками. Лучше Заров Хулика, а это ДЦ. Зачем, правда? Ну ладно. Быстрее щитки кидаться. Эффективность 2 раза выше, абсорб 2 раза больше. Там и в Т4 можно спокойно фул рейд держать. Не, ну секунда КД и пусть секунда КД это в 2 раза больше. Может зависеть от того, как другие хилы хилят. Сопрот, да, сопрот должен остаться у вас. Давайте проверка. Никто мне не говорит, что я в расшмоте нахуй. Спасибо нахуй. Посмотрим ли мне своего РЛа, блядь. Ну, РЛ уже осматривается, это погоня. Ну чё там, ловикоил? Кто там скребёт, блин? Смотри. Не понял. Бать, куда она улетела? Нахуй, я не понял. А, на Минчера ёбнула. А, ёбаный рот. Всё, квест Минч. Чё там? Ага, готовы. Да я чё ты, да хули? Мы этого ждали. Красава. Блять, не тот переагре. Очень хуёво. Не тыкай сейчас ничего. Пускай дамагер укус ловит. Не тыкай ничего. А то, блять, ловишь укус сейчас. Так, слава богу. Бля, ну это пиздец. Ты при 2 кадрах, вот сейчас 2 кадра, это жопа. Угу. Нет, мороз. Типа я глазом могу не успел, уже 30 секунд укуса прошло. Ноль кадров у меня, нахуй. Я посмотрю, сколько кадров. У меня 2. 2 кадра, ну. Пиздец. Это все Гера вонючая. Это и не было, а это еще не было Гера, но пиздец. Ну вот и еще 2 тени будут, вы их тоже лево-право выносите. В одну сторону 3 полоски не налейте, а то хуево. На взлетке хорошенько себя засейвите. Давайте по укусам будет Казика Салина кусай, а Рокмастер Рависта кусай. Ну Равист, прожмись там, укус когда получишь, дубовку одна и в мишку превратись там, чтоб не сдох. На взлетке легко можно откачуриться. Значит, на первой взлетке буду давать сейв я, хотя нет, Марук и Бамби будут давать сейв. Я скажу, когда.
куда нас взлетать будет? А, и присты на себя антифир все повешали, все 5 пристов. Готовимся, после этих теней будет фир. А, ты готовимся. Мешай. Давай, шивай. Так, бамми готовься. Давай, прожимай, бамми, прожимай. Все, хилимся. Аматерасу гибну хп. Пойдет. Ждем эту куру. Так. Тени, секунду, готовимся. Шалину укусил. Шалина Рависта, Букмастер Миралису, Асалин Калокида и Казик Лавикойла. Убирайте свои цели. У вас 20 секунд. 15, 20 секунд, 14 и 18. Смотрите внимательно. Че за хуйня? Что это было, блядь? Не чего нахуй мне? Хорошо, хоть укусили. Или... Захильте. Или Риса Равис, Равис Аматерасу. Не знаю, что такой-то лаг был у меня. Может, игру срывали. Захил, захил его, захил. Аматерасу Риса и Равис. Тени, 2 секунды, после них фир. Готовимся. Парит побежал. Красава. Тучки готовим. И все оставшиеся 4 приста готовим гибны на хп. Крылья, зубы на себя. Готовимся. Давайте. Заебись, я в лужу зашел, блять. Под страх. Ну, надо диспелить, конечно. Киризайт. Давай сокру, киризайт, сокру. Все гибны на хп читаем, все, которые есть. Там шава еще мой был. Марти, ресы этого, я видел. Марти, ресы. Угу. Все. Укусы. 8 передать 8 дамагерам. Не хилам нахуй. Иначе не убьем. Передаем, передаем, передаем. Сука, только не пройтись вампира, блин. Еще кто-то не укусил нахуй. ГЦ. Не? О! Букмастер, как дела, брателла, блять? Хуярим его. Этого бича. Станем, быстро захуяриваем. Все, захиливаем рейд, захиливаем рейд. Так, ну я тебя резну нахуй, подамажь немножко нахуй, может что получится. Захилить его. Иди за спину. Геру, кстати, дайте, так чисто для справки. У Чезара минус. Хилимся, хилимся. Маг, ну ебаный, ну глыба где? Че, а там, в тенях стоим, да, или что там? Не, уже думал. Да, походу, или что там. Ну а нахуй в них стоите? Бьем. До берсы 15 секунд. Давайте, можно убить. Так... Тени 3 секунды вынесите, нахуй, не залейте рейд. Укусы кусайте, вон войда, подойдите, укусите и додамажьте. Баблы готовим. Бами, бабл, жми уже, быстрее, быстрее, быстрее. Ты не нажал. Да. Ну давай, блядь, давай. Один лям. Блять, один лям. Хукмастер, как дела, блядь? Почему ты укус не передал, блядь? Чё б ебаная проблема, блядь? Сука, вот вроде объясняешь людям, нахуй, в чём их ебаная проблема. Фу, сука. Берса, что ли? Берса, что ли? Ну да, берса. Накидаем тело под боссом, не лежим, бежим сюда. Так они шмат-фрес могут дать, там трое живых. Ну, босс с пулицей, порадуюсь за вас. Покидаем тело. Чего он там, блядь, пулица? Он пулица, когда под ногами лезаешь. Если где-то на середине, то не используется, и там пулево себе ведем. А он там вообще под ногами лежат. Да как, блядь. Вы пиздец, ну. У вас интерфейс говно, блядь, не видите нихуя, ни укусов нихуя. Сделайте в себе все, вот вы укус, у хукмастера, я не знаю, как ты, блядь, не передал укус. Проебал, блядь. Все пишет, все показывает. Фреймы себе поставьте. Ну, блядь.
хорошо все укусили, но тоже вот я говорю, блядь, кусает террориста, укусили Шалину вместо него. Когда, блядь, 24 человека там было. Чё, блядь? Вы стоите все под жопой, блядь. Вам, блядь, круговое движение сделать, нажать кнопочку 1, блядь, 2 прыжка сделать, все, вы укусили, блядь. И что это, пиздец, сложно так? Давайте, блядь. Нихуя трудного. Токены сами себя не выбьют. Только в магазине. Или в топовых гильдиях. Где там все 4-5 ходят. И вас берут в рейд. Только чтобы вас одеть. Ставлю рыбу. Хаваем. 10 уйти надо будет. Хуёво. Поставьте, пожалуйста, живцов. Каску варм дайте. Сейчас, подожди, 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 все не смотрю. Так. Кто сбил мой кулак варм, а? Не знаю, и каску, и кулак, вижу на руки. На катике я не вижу кулака, почему-то, ну ладно. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Мастер, 4 куска у тебя, да? Этот самый... Прорвись, ты укусишь хукмастера. Сука, хукмастер, не проебил кусы нахуй. Нет. Я вам, блядь, буду перечислять, кто не укушит, чтобы вы, блядь, выбирали хотя бы цель следующую нахуй. А то тыкаетесь и потом, ну, блядь, вы его кусал, ну кто-то укусил. Убнить потом будете, блин. Вышли из огня. Ну пизда, это я разлил, потому что я нахуй не блючу, пиздец. Кто? Бами? Да, 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 да. 3 FPS, блять, вообще не калькулятор еба. Беги, малышка, беги! Блять, можно подальше не стоять чуть-чуть. Вас. Ну чуть-чуть. Я камеру отворачиваю, и нормально. Как вариант, можно еще чуть-чуть сбоку от общей пачки стоять. Тебе достаточно хотя бы пару шагов будет сделать, и ты хотя бы рейд в него уронишь. Даже если сам уронишь. Ну да, раздупляй как-то, я хуй знает. Вот я уже все выкрутил вообще в ноль, вообще. Как он, есть планишь, типа, чтоб выжить? Хуй знает. Да я не успел, блять, она меня зажила. А, я видел, да, она тебя сразу же лепух дала.
Это все бесполезно, она накинет ебаное, блядь, зеркало, один хуй уебнет. Нет, он был последним, чтобы он выжил, просто веснул. На ней также охуенно диван работает. Нахуй, нихуя, подари свой комп. Его можно купить, зачем его дарить? Ну чтоб я не покупал, блядь. Хуй знает, может нет хуёво. Не-не, FPS нет, интернет. Ну да, только у тебя с хуёвым интернетом может точно так же фризить. Давайте мы уже убьем самого легкого босса ЦЛК, блядь. Ваня, у тебя там собаки на заднем фоне. Блядь, у меня коты, собаки, кошки, блядь. Скоро будет, нахуй, не знаю. Чё еще пожелаете? Могу вам попугая, блядь, завести. Слона, блядь, ладно. Чё ещё? Кто ещё чё предложит? Бля, попугай охуенная тема. Научишь его ещё релить вместо себя, будет вообще заебаться. Не, мне осталось рели только десятки, поэтому мне и так нормально. Чё нам не дам клоил? Сорок девять, крит удар. Я понял, нахуй. Красиво. Ты готов или нет? 5, 4, 3, 2, 1. Тени 2 секунды смотрим. Мастер. Такое ощущение, что какая-то продукт качается. Кто
Сколько человек тебе? Порнуха. Угу. Тяни 3 секунды, смотрим. Рвись там на террасу. Тут мастер Казика укусит. Я понял. Да Казика уже не укусят. Или Ариса Казика. Еще укусят. Каску лапу без табав. Нарти, Реса и Казика еще раз. Вставай, каску, лапу пристебал. Клик на хп. Тени, Шалина. На себя антифир. Будет фир. Сдиспелите с ним. Человек, который тени бросит, он его диспелит. Я сейчас даю. Да, шивы. Экстендинг, как дела? Матерасу на хп. Привет, с кем-то стоял рядом. Рови стресс и паревита. Каску лапу приступав. Так. Сейчас ну захильте. Ресную экстензию на. Вставай и кас щиток. Ага. Каску лапу приступав. Последний шанс. Кусайте ДД по реканту, я ебал вам это проговаривать. Неадекватные взрослые люди. Сейчас только скажу, когда укусите четырех. Скажу, кто не укушен, чтобы вы там не набанили. Хотя, все нормально должно быть. Привет, пиздец, что за хуйня. Лужу выносил рядом с другой лужей. Значит, смотрите. Не укушены. Лови койл, вот сколько Шалина. Брут. Дракон Миралиса. Гиена. Нарти это хил. Давайте сейвы. Давай киризайт. Все гимны на хп. Залупа нахуй. На тенях люди умирают. Ну там может быть на его уже номер. Сейчас укусы передадут. Передавайте. Вот скулка не укушен, 3 балла не укушен. Пули. Гиена не укушен. Будете кусать? Че, вампир? Как дела, Триба? Геро, у ДПС. Гера на взлетке была. Нахуя? Не знаю. А я знаю. Великие на взлетке 20 секунд не бьют. Ну хай, Геро там давай. Так, ну доберся 35 секунд, есть шансы, если никто не сдохнет. Кризайт выноси. Кризайт! Отбегите в сторону! Вреди лужа! Внимание! В сторону, ёбаный в рот, сука. Пятнадцать секунд. Добьем. Ну, кусайте, вот медведь неукушенный. И баблы жмите. Вами баблу. Кизайт баблу. Быстрее, быстрее, баблы. Тучки, 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 все шипы. Быстрее, быстрее. О, бля. Бля, я сегодня весь день играл на холи присте. И... Кто-то мою деревянную задницу укусил. Ну там уже, когда 16 укусов, уже некуда деваться. Ну понятно, просто так слово. Спасибо, ачивку дали заработать. Так, товары. Вар, хант, шаман. Хантов нету. Вар есть. И... Так, я вот думаю, апнуть Марука. Этот шейм сделал. Смотри. Чё, если в приоров Т5 у меня там не будет никакого, то я бы хотел апнуть 2 куска. А так, в любом случае, хотелось бы апнуть 2 куска Т4.
Типа у меня сейчас есть либо башка, либо любой другой кусок Т5. Ну. Так, я забыл. А, ну у меня не по консулу, ну пускай так и будет. Или ПГП введите. Короче, это... Ген, у тебя что, 71-х вообще нету? Казик. Че, ладно, блядь, нихуя, кто там так стучит? А, это я забыл выключить, извините. Че ты апаешь? Т10 или Т4? Я? Т4. С 3DS дам тебе. Пошли на профан. Так, стой, сейчас. Поставь ГБ, я тебе дам. Треба выходит. Все, погнали. Thank you very much. Ну, можно 5 минут? Да, давай покурим. К профу подбежаем, подбегаем и там покурим. Часик есть. Профа ебануть легко. Надо только скиллованных челиков будет таунтить. Шаман, спасибо, что похилил. Иди, блядь, мухи. Так, три балла, что это у нас получается? Чем мы вообще ебанули совет? Илану, что ли, нихуя себе? 100 ИП получается. А чего льда дороже? М? А чего льда дороже? Чтоб ходили, блядь. Но все равно не ходят, значит больше будешь давать? Хочешь больше нам? Хочешь? Не, не надо. Ты ж хилами не играл. К сожалению, но может когда-то попробую. А может быть, к счастью. Ну то вдруг начнешь играть, будет рейд вайпаться. Так он и так вайпается. Ну. Да, давай перекоп. Хилов надо уважать, танков тоже. Че, курим? Да, да, да.